На первый взгляд уренгойская тундра кажется чистой. На самом деле тут работа не в проворот. Битое стекло, бутылки из-под алкогольных напитков, окурки и одноразовая посуда. Последствия человеческого праздника и нечеловеческого отношения к природе. Количество стихийных свалок в окрестностях газовой столицы, к сожалению, только растет. Я считаю, что мусора не уменьшается, то есть работа не початый край. И я думаю, что надо жителей города все-таки стараться информировать, что вот жители окрестных дачи, ну, надо все-таки мусор утилизировать правильно, потому что тут мусор и бытовой, и строительный, все вперемешку. Год назад сотрудники «Газпром добычи Ямбург» уже наводили порядок в тундре. Тогда работники филиала УЭВП собрали около 250 кубометров бытовых отходов. Компания традиционно поддерживает экологическую акцию «Наш чистый Новый Уренгой». Она проводится по инициативе администрации города. Роль ГДЯ, она очень весома, она очень значительна, как роль, в принципе, любого предприятия, любого человека в том, что делается для того, чтобы каждому горожанину жилось комфортно и приятно там, где он живет. Я знаю, что ваш руководитель и люди, которые работают в вашем предприятии, это люди не безразличные. И сегодня это подтверждается. С помощью видеопатрулирования территории с квадрокоптера, а также обращения новоуренгойцев, выявлено 175 свалок. Более 50 уже устранены, не без помощи нашей компании. С середины июля газдобытчики успели собрать и вывести более 4 тонн мусора. В планах ликвидация 10 несанкционированных свалок. Напомним, за незаконное складирование отходов физическим лицам грозит штраф до 3000 рублей, юридическим – до 250 тысяч. Алмас Абдельманов, Кирилл Мамонов, Новый Уренгой, специально для ЯТВ.